Веками человек отвоевывал у гор это свое право жить по-орлиному, рядом с небом. Веками от отцов к сыновьям и дальше к внукам из поколения в поколение передавалось искусство дагестанских чеканщиков по серебру. Дагестан по-русски «страна гор». Край этот был с давних пор отрезан от остального мира. А изделия дагестанских мастеров расходились между тем по всей земле, и, разглядывая их, восхищались самые искушенные ценители. Искусство, шагнувшее к нам через века, не знает старости, как сами горы. Как эти стены. Как таинственные эти надгробия. Сколько еще таких загадок безмолвно охраняют горы. Послушай-ка, горец, не слишком ли горек от пота твой хлеб? И серебряный в тонкой насечке кувшин, не становится ли он золотым, пока ты по капле наполнишь его под источником скудным? Послушай-ка, горец, не проще ли спуститься в долину? И горец ответил: в долине действительно больше зерна и воды, но здесь больше солнца.